Привет, меня зовут Максим, мне 22 года, я родом из города Волгоград. Вот уже 2 месяца прохожу срочную службу в учебном центре войск РХБ защиты. До армии я учился в университете на международного транспортного логиста. Также занимался различными видами спорта, такими как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Как тебе войска, в которые ты попал? Знаете, поначалу было не совсем понятно, чем занимаются войска РХБ защиты. Но вскоре уважаемые офицеры, прапорщики, сержанты объяснили нам о том, какие задачи предстоят у нас в мирное и военное время. Расскажи, как у тебя проходит служба? Да, в принципе, ничего сверхъестественного не происходит, так как служить я сам хотел пойти, поэтому то, что меня могло бы расстроить, не происходит. И вообще, я думаю о том, чтобы подписать контракт и уехать на СВО помогать своему брату. Расскажи о брате, чем он занимается на СВО? Он служит в артиллерийском расчете с июля 2023 года и вот только недавно приехал в отпуск. И, между прочим, мы с ним недавно созвонились. Я ему рассказал о том, что хочу подписать контракт и уехать на СВО вместе с ним. Он меня в этом вопросе поддержал, потому что в нашей семье принято так, что один за всех и все за одного.